Виталий Панков, Александр Черебанский, Александр Медведев, Александр Петенев, Александр Жанников, Александр Полтавский и Владислав Мельков. Итак, 17 часов, начинается соревнование по щитолканию ядра. Удачи! Женщин и всех призеров мы приглашаем. 13.4. Валерий Ухов 15.2. Николай Стасенко 16.7. Валерий Кузьмичев 19.3. На беговой дорожке следующий вид программы 17.05 начинается забегами у женщин 100 метров. А в 17 часов прыжок 600, это и мужчины. Валерий Ухов, Олег Неумолотов, Ренат Хисамутдинов, Алексей Бузаков, Игорь Пахомин, Илья Савин и Павел Голубев. Аплодисменты спортсменка Ирина Копчугова, ее финиш. И, конечно же, непременно сейчас вручат 7.61. Участницы второго забега Любовь Столяр, Светлана Чепрыгина, Анна Пряткина, Яна Митрофанова. 8.7.63. Внимание! Первый плав в этом забеге.
8:53. Финиш. А флажок все-таки поворачивайте, не забывайте. Что-то я сегодня притягиваю, по-моему. Группа на графине приглашает Валерий Кузьмичев, Валерий Кухов. Барьеристы, призеры, пожалуйста, группа награждения. Церемония награждения. 13:66. На старт. Мелькову назвали Мельников. Покажи поле. Опять. 8:93. 8:93. Я не знаю. Поскольку Ринатский Самутин. Да. Ну, давайте. Нет.
На старт. Владимир Буянов, Олег Кузьмичев, Александр Колодченко, Владимир Пузырев, Михаил Васильев. Андрей Ларионов, 12 секунд. Филипп Ладошин, 12.8. Игорь Чистяков, 13.5. 8.92. Есть 14.
срочно приглашаем. Это Кавши в поле. Я с ним высокий есть. Да. Сколько 12-90? Погиб 92-го года. Это он погиб. Первый старт. А вы меня не сфотографируете, просто, да? Смотреть можно? Сейчас они узнают, кто за кем. Не, я не смогу вам показать, потому что мне надо долго отматывать разные попытки. Движки все есть, но сейчас, говорит, один человек участвует. Да, Игорь, человек 10 приедет. Трех человек уже там города привезли. Что слушает твой опыт, сколько был пиратный Кто посмотрел? Еще не выиграли. 9-13-65, а он 10-56. Зимой 9-33-45. Первый вообще там, мне как словилось, Михашов. Да, уже тогда ты же пошел, думал, все. Значит, кто у нас? Так, ты мне 3 метра фору даешь. Так что если я метаю 50, смотрите, 53 надо. Беру плевик. Александр Полтавский, 45. Чемпионская 2-1. Стойте, конечно. Стойте, конечно. В группе М50 Александр Жанников за второе место награждается. Жанников, второе место. А победил здесь Александр Сиденёв. Спасибо. Группа М50, второе место Сергей Красов. Чемпион Александр Медведев. Виталий Панков, чемпион в группе М-65. В группе М-70 Владимир Лагошин поднимается на высшую ступень пьедестала. Фотографируйте.
Все, можно уходить. Стой. Ну куда стой, ребята не вместе там сзади. Все. Все. Спасибо. Владимир Соловьев стал серебряным призером в группе М-75. Андрей Полосин завоевал чемпионское звание. В группе М-80 Виктор Загитян стал серебряным призером. Дмитрий Морозов, чемпион в группе М-80. В группе М-85 Виктор Клыпин, чемпион. Девочки, полторы, где вы? Да, идем. Все. Молодцы. Спасибо большое.